Знаете, друзья, что скрипки, или как ее еще называют, царица музыки, более 2000 лет. Я вас приветствую, друзья, на канале «Слушаем классику на виниле». Но мы так глубоко не будем копать в историю, да? Скажу так, что свой классический вид, дошедший до нас, скрипка приобрела примерно где-то в начале 17 века, благодаря таким великим мастерам, как Амати, его ученику Страдивари и ряд еще итальянских фамилий, известны довольно. Вообще Италия внесла очень большой вклад в развитие музыкального скрипичного искусства. В 17 веке скрипка стала поистине народным музыкальным инструментом в некоторых странах и на некоторых территориях. Например, в Польше, Украине, Белоруссии, Румынии, те же самые цыгане, да? Так, ну а сыграет нам сегодня и послушаем мы великолепного музыканта прекрасного, Олег Крыса. Вот такая пластинка. Олег Крыса, советско-американский музыкант, педагог. Родился он на территории Польши, тогда это была территория советского государства, в 1942 году. В 1945 году семья по программе переселения переехала во Львов. Там Олег пошел учиться в специализированную музыкальную школу. После окончания уехал в Москву, поступил в консерваторию, с успехом закончил ее. Вернулся назад в Украину. Работал педагогом в Киевской филармонии. Музицировал. Через 6 лет вернулся в Москву, возглавил струнный квартет скрипичный, известный в то время имени Бетховена. Был профессором Московской государственной консерватории. В 1989 году на волне Горбачевской перестройки покинул Россию, тогда еще Советский Союз, и переехал в Америку. Там тоже работает в школе, занимается профессурой, выступал на многих фестивалях известных, сценических площадках. Известный, хороший такой музыкант. Пластиночка. Что у нас на пластиночке? На пластиночке два произведения. Брух, шотландская фантазия, Равель, цыганка. Возвращаемся к цыганам, да? Еще раз показываю. Конверт. Такой вот конверт. Сейчас покажу пластинку. Вот такая пластинка. Мой любимый черный мелодический лейбл. Замечательно смотрится. Вот так вот. И замечательный завод, московский опытный завод грампластинок. Я уже говорил, в простонародье мост. Прекрасный завод, прекрасные пластинки он делал. Ну вот, давайте послушаем царицу музыки в великолепном исполнении Олега Крысы и два замечательных произведения. Всем пока, до следующего видео. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.